Ответь хоть взглядом всем нам на прощанье, а мы поймем, чего хотел сказать. Апрель с дождем сегодня пребывание. Погоду можно только лишь понять. Была надежда, выздоровешь и встанешь, как прежде что-то выскажешь свое. Свой молчаливый взгляд теперь роняешь, сказать глазами нам пытаешься еще. За много лет ЛДПР с успехом правил, создатель партии своей для всей страны, своим вниманием Россию не оставил. За твою жизнь боролись также и врачи. Но все случилось так, врачи как ни старались, похоже, вирус оказался не слабей. Из того света вытащить тебя пытались, а смерть, как видно, подбиралась быстрей. И грусть весны сегодня от обиды, как горечь всем легла на грудь. Кто-то справляет по тебе знать панихиду, тебя отправили, видать, в последний путь. А мы с тобой, наш друг, простимся, честь по чести. Хороших слов, Владимир, скажем о тебе. Спасибо, что мы были всегда вместе. За честь России были всюду и везде. Надеемся на то, что с вирусом мы сладим. Россия дружно, от невзгод мы отстоим. Владимир Вольфович, всегда вас вспоминаем. Был уважаемым народом и любим. Хоть обстоятельства сегодня веют пеплом, и времена нелегкие, весь мир гнетут. Прощай, наш друг, ты для России много сделал. Дай Бог твои дела и честь людей спасут. Спасибо, дорогой наш друг. За все мы тебя благодарим. Мы помним тебя, будем всегда помнить, вечно и всегда, светлая и вечная.